Всем доброго дня! Если вы уезжаете из дома на длительное время, то вам необходимо поместить горшок с орхидеей в емкость с водой на 15-20 минут. Зимой советуем опрыскивать растения из пульверизатора, направляя струю воды вверх, как бы создавая эффект мелкого дождя. Орхидеи растут не в грунте и почве, а в специальных субстратах. Например, сады аурики – субстрат, готовый для посадки орхидеи. Или, например, это просто обработанная кора с добавлением сфагнума. Есть готовые грунты для посадки орхидеи фирмы Фаска. Среди большого количества удобрений существует специальное удобрение для орхидей разных фирм, например, фирмы Фаска. Жидкие удобрения. Фирма Бонафорте, тоже жидкие удобрения. Подкармливать орхидеи нужно в период активного роста, не реже одного раза в 3 недели. Имеется специальный препарат, который побуждает спящие почки орхидеи и помогает зародиться новым почкам. Использование этого препарата очень простое. Цитокининовая паста наносится на почку, побуждая ее к активному росту и жизнедеятельности. Это гормональный препарат, который содержит в себе цитокинины, гормоны роста. Важным условием является, чтобы препарат не попадал на другие части растений, и не стоит использовать препарат на совсем молодых растениях. С помощью цитокининовой пасты разведение растений превращается в удовольствие, особенно разведение орхидей. Удобрения для орхидей вы можете найти на нашем сайте в специальных разделах. Желаем всем хорошего настроения!